Доброе утро, дорогие мои любимые телезрители! Сегодня мы приготовим куриные рулетики. Для начала филешку мы разрезаем вдоль так, чтобы получились крылышки. Крылышки или сердечко можно называть как угодно, но вот именно вот так у нас все и... Да, в принципе, можно полностью разрезать. Я накрываю это все пищевой пленкой и аккуратненько отобью это мясо. И с другой стороны сделать это тоже не помешает. Тогда мясо получится более нежным. Дальше кусочки мяса я обсыпаю вот так паприкой, чеснок сушеный. Посолили и немного добавляем растительного масла. Вот таким образом. Теперь, не боясь, прям руками начинаем все это хорошенечко втирать. Далее поставили сковородку разогреваться. Добавили сюда немного растительного масла, пусть оно тоже разогреется. Берем бекон, который добавит сочности нашим куриным рулетикам, и выкладываем на курочку. Теперь сворачиваем рулетики так, чтобы бекон оказался внутри, и специи тоже. Я думаю, вы заметили, что я только с одной стороны намазал все это специями. И разрезаем примерно вот на такие кусочки. Ну а дальше в ход пойдут шпажки. Сразу следим за тем, какая у нас сковородка по диаметру, так чтобы шпажки помещались. Ну и теперь рулетики выкладываем на заранее разогретую сковородку и просто их поджариваем. Вот такой вкусный рецепт у нас сегодня с вами получился. Как и обещал, Правдин приготовил, приятно подкрепиться.